В республике Коми собрали средства на новый курс реабилитации для воркутинца Степана Сонина, сбитого в 2020 году экс-прокурором. Уже 3 года юноша и его родители пытаются вернуть потерянное здоровье. Позади несколько тяжелых курсов реабилитации, огромное количество обследований и операций. Положительная динамика есть. Новый сбор был открыт в августе этого года. Стоимость курса – 546 тысяч рублей. Важное условие – средства должны быть собраны не фондом, а на самостоятельно благотворительных сборах. Родители благодарят всех неравнодушных людей, благодаря которым молодой человек сможет пройти новый курс реабилитации в Санкт-Петербурге.